Всемирный день туризма учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связи между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики в мире, а для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нашей стране развитие туризма также является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. С целью формирования и продвижения туристического имиджа района в Сморгоне с 1 сентября 2023 года создано государственное учреждение Сморгонский районный туристический информационный центр, которым руководит Анастасия Загорская. Сморгонский районный туристический информационный центр предлагает маршруты туристического путешествия пешие, водные, велосипедные. По направлению это и производственные, экологические, исторические, по памятным местам, по святыням Сморгонщины. Туринфоцентр расположен в очень удобном месте, в центре города. Напротив райисполкома у нас оборудована стоянка для туристических автобусов, поэтому удачное место для посещения туристов нашего центра. В этом году посетило более 100 человек наш центр. Люди были из Польши, из России, Латвии, Литвы. На территории Сморгонского района расположены 11 геологических памятников природы республиканского значения, 3 ландшафтных заказника местного значения. Свою деятельность на территории района осуществляют 2 туристические организации. На Сморгонщине имеются 4 музея, 29 храмов, Свято-Веденский Ставропигиальный женский монастырь, и по состоянию на 15 июля 2024 года зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 18 субъектов агроэкотуризма. Информация по развитию туристической сферы в социальных сетях постоянно актуализируется. В ближайшее время сотрудниками туринфоцентра планируется разработать экскурсионные маршруты с предоставлением полного пакета услуг. То есть это и предоставление транспорта, и посещение туристических объектов, и питание, возможно, размещение.